равномерное дыхание. В наше время люди дышат неправильно. От этого очень большие проблемы кардиосистемы, сосудистой системы. Поэтому я сегодня буду вас учить правильно дышать. Это техника равномерного дыхания. Очень удобно делать в машине, когда вы едете за ребенком там, или в магазин. Она длится всего 5 минут. В чем заключается эта техника? 5 секунд вдох, 5 секунд выдох. Очень часто делают ошибку такую, что вдох делают на 2-3 секунды, блокируют, ждут, пока пройдет 5 секунд, а потом выдыхают 5 секунд. Сейчас люди дышат неправильно, делают вдох очень короткий и долгий выдох. Тем самым кардиосистема не успевает насытиться кислородом, диафрагма не работает в полной амплитуде, и от этого у нас появляются проблемы. Здесь я вам оставлю ссылку на равномерное дыхание. Просто следуйте за ритмом музыки. И маленький лайфхак от меня. У меня стоит вот такой маленький диффузор, который работает во время моих правильных дыханий, ровных дыханий, и дает тем самым мне еще плюс положительный эффект. Если у меня нет настроения, это апельсинчик. Если у меня насморк, то это смесь R. Если мне нужно взбодриться, то это перечная мята, в зависимости от того, какое сейчас у вас состояние. Всех обнимаю. Всем здоровья!